Жители Ульяновской области приглашают стать волонтерами Конституции. Уже подано более 600 заявок. За 2 недели до старта голосования в торговых центрах, парках, аэропортах, ЖД и автовокзалах будет размещено 3000 информационных стоек, с помощью которых волонтеры расскажут жителям о планируемых изменениях в Конституцию и процессе голосования. Волонтеры расскажут гражданам, какие поправки вносятся в Конституцию. Также в день голосования волонтеры помогут маломобильным гражданам посетить участки для голосования. И важно, что волонтеры также будут рассказывать гражданам о возможных способах голосования. Подать заявку на участие в процессе подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в основной закон страны можно на сайте волонтеры-конституции.рф. Стать волонтером может каждый совершеннолетний гражданин России. Регистрация продлится до 16 марта.